идут разговоры о полезности астры. Но я прошел сейчас по дороге, пока на туалет делаю. Вот она была впереди. Завернул сюда, думаю, дай-ка посмотрю, где она. Она 163 метра от меня, сзади уже. Сейчас уже 100, 140. Ну, а так бы шел я и шел. Значит, она что-то прихватила. Надо идти смотреть. Как-то она сзади оказалась. 114. Идет сюда. 73. Вон она летит. Молодец. Пойдем. Что ты там находила? Пойдем. Пойдем, пойдем. Молодец. Наверное, что-то находила. Ты след-то нам прихватила. Пойдем.